Ом шам но митра. Ом шам но митра. Женщины или мужчины очень часто хотят иметь детей. Знаете, как это устроено? Когда вот женщины мне пишут, там мне 38 или мне 48, будут ли у меня еще дети? А разве было мало? Времени было мало. Когда началось это все? В 19? И что, до 38 не было времени родить себе? Что это вдруг произошло в 38, в 48, что прямо сейчас клюнуло? Что такое? Почему нельзя было раньше? Что нельзя было раньше? Вот когда уже организм не готов, когда уже организм ослаб, вот надо сейчас. Как-то. Но тем не менее, для того, чтобы это произошло, существует вот эта мантра. Ом шам но митра. Буквально звучит это так. Бог, не дай мне быть одиноким сеятелем. О, вы одиноки, читайте эту мантру, ом шам но митра. У вас нет детей, читайте, ом шам но митра. Вы одиноки, ом шам но митра. Хотите выйти замуж или жениться, ом шам но митра. Вот, это мантра от одиночества. Дальше следующая мантра. Шам.